Нормально, что расстановка мест будет объективной, и судейство будет тоже объективным в парном катании. Но сейчас давайте посмотрим с вами за этой очень интересной парой. Интересной, потому что она... Болгария? Ну да, потому что Болгария, в общем, страна, мы знаем, такая не зимних видов спорта. Но очень отрадно, что география расширяет, что появляются болгарские спортсмены. Посмотрите, партнер исполнил тройной сальто довольно неплохо. Партнерши, правда, не исполнил этот элемент с ошибкой, но смотрите, так замах у них очень приличный. Тройной прыжок параллельный, все-таки это заявка очень приличная. Давайте последим дальше. Нина Иванова, Филипп Залевский, партнерша из Софии, Филипп родом из Одессы. Вот смотрите, выбор стороны сальков неплохо, очень неплохо. Поддержка, неплохая скорость. Очень легко партнер поднял партнер, чтобы посмотреть, смена позиции сложная. Параллельный прыжок, вращение. Да, и вот смена ноги, да, параллельный волчок. Очень далеко разъехали. Большое расстояние, это, конечно, судьи заметят и, в общем-то, не оценят положительно. Только что исполнили тодос наружу, и сейчас тут же подряд второй элемент, вернее, следующий элемент, комбинированное вращение парное. Нина Иванова, Филипп Залевский, 23 года партнерши, 26 Филиппу, тренируется в Киеве. Дмитрий Шкиченко с ними занимается, и Виталий Залевский, хореограф, отец Филиппа. Ну что, очень удачное исполнение короткой программы. Я думаю, что удачное они для получат... них. Удачно, конечно, безусловно, удачно для них. Я думаю, что они получат заслуженные оценки судей, что... Может быть, даже у них будет, может, лучший результат сезона в короткой программе. Но посмотрим решение за судьями. Тренер доволен. Видно, что тренер доволен исполнением короткой программы своих учеников. Значит, в общем-то, сегодняшние задачи они выполнили. Насколько? Вот сейчас в повторе как раз показывают неудачный выезд партнерши. После тройного прыжка, ну а дальше вроде как все сложилось. Вот луцевая подкрутка. Смотрим, да, неплохая амплитуда. Он не совсем вытянул руки, поймал партнершу. Партнер после выбора подкрутки. Ну вот выбор сальковский, смотрим. Докручен, молодец, удержалась. Поддержка. Честно говоря, вот сейчас хорошо было видно, что партнерша не очень уверенно себя чувствует в воздухе, ну, в руках партнера. Немногие партнерши чувствуют себя на высоте 2,5 метров, 3 уверенно, тем более, когда внизу. Ну почему? По крайней мере, те, ну, даже многие, кто себя чувствует неуверенно, они не показывают этого ни в коей мере. Ну да, здесь да, было напряженная очень такая поза у партнерши. Но переживала, видно, конечно, все-таки чемпионат мира и... Каждый элемент на счету, каждый элемент оценивается.
Плюс неопытность, и, в общем-то, здесь... К бите неопытность ведет. Ну, это просто, да, я как адвокат этой пары пытаюсь снизить. Точнее, вы пытаетесь повысить то впечатление, то впечатление, которое они произвели. Не, ну, ребята, в общем-то, такие нормальные. Нормальные ребята, да, веселые. Посмотрите, они как-то относятся, реально относятся к своим возможностям. Не претендует, да, в данный момент на более высокие оценки. Конечно, все понимают. Но смотрим. 36-84. Это седьмая сумма на данный момент. И публика очень рада. Публика здесь в Палавеле страшно довольна. Потому что здесь, естественно, большинство итальянских болельщиков. И сейчас на данный момент...